Могу, конечно. Особенно, когда с ребенком занимаешься, там иногда до телефона руки даже не доходят. Там вечером где-нибудь вспомнишь, посмотришь, кто писал, кто звонил. Ну, тебе нечем заняться, то, естественно, да, телефон ты из рук не выпускаешь. А когда дела, и постирать, и там поиграть, и погулять, сходить, то тут до телефона и дела нет. На 2 недели. На месяц. Жизнь стала лучше. Привыкаешь, но мне так скучно. Попробовал, но нереально. Никак. В условиях современной жизни никак. Работа, дом, дети. Постоянно нужно быть на связи. Поэтому без телефона, как обычно, у всех появляется тревожность, что что-то не хватает. Я иногда его просто выключаю. На полдня точно отключала. Если честно, прям вот классно. Отдыхаешь душой и телом от него. Да, легко. Ну, потому что такой возраст, что как бы не такой активный пользователь, как молодежь наша. Легко. Но если за деньги могу целый день не пользоваться. На 2 дня было. Чисто для эксперимента. По-разному. Бывает и 2 дня без телефона, бывает 3 дня. Ну, нет такой прям определенной зависимости от телефона, что постоянно в телефоне. Так музыку послушать и все. Пробовала. Я не увидела в этом смысла для себя пользы, поэтому... Но то, что дозированно нужно его использовать, это да. Ну, если нет причины, то нет. Ну, если бы мне за это платили $1 миллион, наверное, да. Я пробовал, когда учился в школе в 11 классе, я 1,5 года ходил с кнопочным телефоном добровольно. Для того, чтобы готовиться к экзаменам, мне отвлекаться на соцсети. Мне очень понравился этот опыт. На день нет, но на какое-то время могу, на 2, на 8 часов, может быть, но не на целый день нет. Был. Когда телефон потерял на острове, и ну, никакой связи не было на протяжении там недели. Ощущение, что я оторван от всего мира вообще, и даже там позвонить условно некому, нет возможности абсолютно.